Про него же песня? Нет, Колян, да, это песня. Усанов. Николай. Я не боюсь никого никогда, кроме себя самого. Что-то такое, есть моего пятница. Слышал? Нет. Чего он, сука, там пел? Да, я не боюсь никого никогда, кроме себя что-то самого. Айкидо, айкидо, опкидо. Так, ну, такая у Гарды песня. У пятницы есть на море? Серьезно, ты у меня с фобусом такая впечатляться была. Смик тебя вообще забрали. Совесть, будешь Алиса отвечаю. Как так надо? Дальше тоже будет. Вот у нас тоже предыдущая игра последняя была. С Купидоном. Сначала тоже так же начинали с игры, вытерли, да? Все в защите, наши все вот тут, представляешь? И три нападающих там у нас бегают. Ну, блядь, помоги ты нам. Давай. Ну, знаешь, еще больше скажу, может быть, конечно, уже давно видно то, что нету взаимопомощи полузащиты и защиты. Ой-ой-ой, хорош, Артемка! Да прям там же идти. Чего вы, ребят? Куда лишал? Ну да, так-то, в принципе, если вот их не семерка и 11 уйдут за нас, то все у них что-то будет. Порнография, они вообще не будут. Остановили меня. Я говорю, что ты меня остановил? Какая причина должна быть? Причина можно можно найти. Я говорю, ладно. Я говорю, что он за документы? Куда? Надо было бить ближнюю. Она говорит, ладно, показал. Багажник открыть. Не буду открывать. Давайте. Пожалуйста, оставляйте, у вас, говорит, много времени. Я говорю, ну это что, 20 минут. Вот здесь центр. И уходит буквально. Я говорю, куда пошел? Не, не правильно. Вообще, ты что, не имеешь права вообще это делать? Остановить меня даже не имею права. Ну давай, давай! Эх. Ну вот, в итоге, короче, главное, мы не имеем на полицию. Она говорит, я два вас отвечаю. Не могу. Я говорю, да открывай, что мы же хотели посмотреть, открывайте. Я не буду. Ну ладно, пойдем. Открывай ему. Следующий. Что там? Вот такой, ну открыть пошли. Смотрел. Как говорит, ваши номер, говорит, сзади ничего не царапается. Я говорю, не нормально. А в смысле, ты написал? Ну, сбоку, внизу висит. Ну, по флангу же. Черт. Конечно. Иди сюда, вот твой рот, дай ему. Не надо вам туда. Вот ты, что он дай.
Что, как будто все сонные так. Да там встречайте их, куда вы идете назад, там встречайте прям все. А что, встать что ли был? Четвером они одного поддержат уж. Пошире, пошире, катать их надо. Еще. Прострел. Еще. Лучше сразу заколотить все банки, потом уже играй как хочешь. То же самое, как и прошлый. Проколоти. Меня не выпустят, у меня. Поколоти. Так все просто. Да, так ты выйдешь там. И все, видно, кому поздать отсюда, что как там хрен. Ну нет, иногда же можно взять на себя игрушу и ударить. Зим, там как сыграл, там 2-0 у тебя били. Дай. Вот же рудой 20, конечно. И все сразу же там в одно. Бамбовый молодец. Еще разочек, хорош. Нормалды, прям как я просил. Да, конечно, все прям там. Возьмите всех и все, ничего не сможешь сделать с ними. Еще, 23-го, 23-й еще есть. Нет, там же есть тоже еще один 23-й. Ну, а забрали, ты чего же старается, душу вкладывается, вот этот тренировки мяча. Это же его еще как бы. Как сказать? Если он ничего не сможет с командой сделать, да что это? Еще, бей! Бей! В центр. Потому что ебаный. Так, а что же на Т научился?
Чугунов там преподавал в то время, да? Я не знаю никого, кроме Хилирова. Когда взял с ним, все в Пекине у него закрепил, короче, как книгу гулял, что там немножко. В итоге, короче, он сказал, что он уже с потока отчислил. Ну, Тёма! Всем по 300 рублей кидаешь, всем вставляешь, А я его заебался, сдавать не берет, все мои зачеты вперед, видишь? Деньги обратно. Как раз, говорит, вот тогда стоил 25 тысяч, говорит, вот тогда 25 тысяч. Да, в итоге, короче, там лампу наплёк. Ну какого хрена я тебе тоже надо? Там, да, сразу это. Там бигов есть туда-сюда, там, ну такое там. Вот, со всеми встретились. С этим Кириллом, блядь. Здесь что там? Кухня ему не стоит, пускай все поедет. А у меня такая хуйня. То есть первый раз экзамен сдал, 77, как я не помню, вопрос. А, билетов все отрицивающих. Билет. По три вопроса там. Вот, и он емко для принимал. Каждый билет, каждый вопрос. У него распечаточка есть. Чик-чик, давай, давай. Пока все не дашь ему. Ты когда-нибудь в окно попадешь? Там за ним, короче, корпус свежий есть. Вот, там, вот, по первому этажу. Он просто угорал, когда выходил. А за ним человек 40, конечно. Он просто круг давал и обратно приходил. Просто кружочек, просто прошелся. Я с ним вообще мучился. Ну, а вот у тебя какой был? 75. Рома. Да, он. Я не бей, он забей. Забей, ну ты что ты будешь? Как уж так? Рома, а у тебя какой институт был? Нет, это понятно. Я имею в виду, там же по институтам же. Нет, там пока электрические станции, подстанции. А? Знаю. Ну так, хорош. У них еще лаборатория в Б есть, в корпусе. Ну там в каждом корпусе есть лаборатория. Нормуй, давай делай. А, гаделька. Олежка. Ну вот еще справа. Ну это вам, а игрокам-то да, нет. Да, я ж так же. Ну, ну, еще! Бей! С левой! Есть такая вот вещь в Минкерте. Первый, конечно, ткнул туда. Нежданчик оттуда. А он сейчас пират летит, как собака, да? Ну зачем туда, если справа можно было давать? Ну чего? Там вариант был с той стороны. Он говорит, ну надо. Хорош, хорош, отлично, отлично. Вот, опрокинул. Все. Попадите в ворота! Гол. Ура! Так, 13-я минута. Домино будешь играть, как здесь сам. Что там, что ли? Вчера, кстати, этот одну игру не доиграли, говорят здесь. Конечно, ничего себе, дождь такой. Дождь же и не был.
также и на трудовых. А мне что повезло, я вчера же должен был Адалаиду снимать. А мне за день до игры позвонили, сказали, то, что этот... О. Сказали, то, что не надо. И мне повезло, в общем-то. Как раз здесь Адалаида сам последний был. А, кстати, я тебе забыл фотку-то отдать за это прошлой игры. Кого фото? Ну, общая фотка же была. Фотография, точнее. А, ты Ленар говоришь, что? Ну. Она вон же есть сам. Да да, я хочу, а там всегда нам нужен. Вот там уже маленькая, а у меня побольше есть. Быстрее ты дай, ты че? Лё, вот у меня тоже, если не смотришь, да, куда бьешь примерно вот, ворот, почему с вратаря размялся? Я уже 8 раз не по вороту ставил. Я и не знаю. Я размялся, все пошло, поехали. Нет, вчера. А с кем рядом? Ирбис. Ну, на кого? А, кто? Феникс. И Сенс, Гимаш. Да, Сенс, Фениксом. А что? Да, типа, серьезно. Серьезно, а что? Ну, что-то в этом году они немного сдулись. В конце что-то сдулись, мать. Все проиграли. 5-1. Да. Мы. За тот год. Это когда были же спаренные игры-то? В мае. На праздники попал. Перенесем тут. Когда еще Колю удалили? Уходить начал, блядь. Что ты смотришь, вон и на хуй смотришь? Молодец, да, Артём, молодец. Человек-красавчик. Быстрее дай это. И сразу же он Артему. Артему туда прям такой. Ну, Адель! Все, все. Ты что прикрылся? Ты меня еще поработать не будешь? Раз, раз, Адель! Бля, нам с Купидоном так повезло, если честно. Вообще, ребята, вообще красавчик, молодцы. Если бы был бы 11-11, мы бы вообще были. Они защитники, они игру делают. Все, представляешь, перед пасом они друг друга, да, все пересматриваются. Шаг, все, все вне игры стоят. Я специально следил. Вне игры находятся. Как братья, короче, да, считай, так не... Себя глядел, говорю, они... Бей! Хоп на друг друга. Хоп, шаг, хоп, шаг, а уже все вне игры. Мутится. Ой, ой, ой.
Ну и дальше пока развернуться, блядь, эти корабли. В начале матча ты что, мне, знаешь, сколько? Ну, 2 выхода 1-1. Надо с Купидона играли. Еще гол забил, 1-1 был. Говорю, 11 был, больше. Знаешь, если было бы 11-11, было бы другое настроение у игроков, а у всех, смотри, как вяло играли-то в начале-то, когда было-то игроков-то мало. Чисто вяло, внимания не было у нас. У нас полузащиты и защиты у нас там, на нашей половине поля было. Попадающие там, где и все. Можно скоро и меня выпускать. Ты форму, ты бери следующий раз. Нужно... Откуда узнал то, что они придут вот так вот? Я всегда таскаю, а тут что-то как-то... Ты всегда говорил, блядь, всегда таскаю. Чего их не было? Нет, у меня было в прошлый раз. Хотя тут есть же форма у Булата. А? Форма-то у Булата-то есть. Я же принес. Мне только этот, как его, бутсы, щитки дайте и все. Здорово сделали, ну, нормально так. Сегодня что, поедешь? На шашлыки? Не знаю. Бар нет, хоть. Блин, на шашлыки. Мешок тут скажется. Неудобно. Димка, ты где твоя позиция? Дима! Ты что в центре делаешь? А, ну он сам запутался на грудь. Ну это и брать тоже. На фланг отдай. Ну зачем вот? Он, кстати, очень много ошибается. А, он по-другому делает. Сейчас вот 18-го в полузащиту выдвинет. Вот. Тем более толпу ближе, могу сыграть. Че? А? Смотри, знаю.
Руки! Ну, чуть-чуть жестче вот сыграть ногу. Хорош, Серег. Я чудо. Готов. Да беги. Да ты что, а? Ты же нападаешь. Дима, подойди, подтягивай! Ты не видишь, что я не успел?
Они там, почему сейчас все вот не могут туда? Не подвечу, но если все. Сразу в влево ты стуф, и все. Никита, ты уходи! Защитников раскачивать. И все, он потом отстанет сразу. Чуть-чуть раскачаешь. Там что-то лежало у меня пожрать что-то с утра. А ты сможешь научить правильно скажешь? Блядь, я же на смене говорю. А, ты сработаешь? Работаю. Ну, сутки, ну, ночь мучается. Поспал 6 часов, нормально. Бля, у нас еще такая хуйня. А сейчас спать там можно? Нет, нельзя. Смену. Думаю, спокойно, смена. Вот сейчас такая хуйня, такая. С генерацией тип спокойствия тип должно быть сейчас лишь. Мы на полную мощь работаем, и чтобы никаких приключений, ничего не было. Вот, совершенно спокойно, потому что паспорт не дай, когда варюется перед сменой, что ли. Захожу, пиздец. Так могу вернуться. Слышь, ну, смену понимаю, да. Аварийность у нас трансформатная. Дураки же это. Была другая смена еще была еще как бы. Ну, не сдал я смену, не, вот они сбегали, я так сидел. Олег, в другую сторону! Потом начальник себе сказал, я говорю, что он устал здесь. Давай! Некому давать, конечно. Как ты находишь игрока там? Попадаешь. Я сегодня создание слабо получилось. Я очень хотел строительницы. Действительно, конечно, зол сейчас написал. Колеса. Очень хотел. Ну это мое, блядь, стройки, то есть нравится. Ну, пройди, сочетай, я тебе, конечно, сейчас пиздец живу. В 8-м классе ударник, в 9-м классе хотел, даже в 9 его бьет. Ой, дурак! Ударник учился, чел за год и связи порол. Вот, и все, поехал. Вот я был предложение, у меня как бюджет. Вы строитель на плату. Там строитель там вопрос. Там учиться же надо будет. Там, блядь, подъезд не был свой. Иди сюда, иди сюда! Не, ну так, да, я тоже, блядь, я на предварительных голоса ходил, ну, круто. Бей! Чего? Автодорожек ходил. Потом я еще вперед сказал, там из меня рейс еще делали, даже не знаешь, мне кулак кидал, блядь, на правильный, там не учился. Там похуй было. Сколько Артем сегодня говорит? Три забью? Три забил? Нет, еще два. Вроде два пока. Да, ну хуй, если честно.
на 6 рублей мне штраф отдал. Отвечаю, просто отвечаю. А у меня машина есть, нету. Я, блядь, заебался, я не могу держать все, блин, я, блядь, у меня камера сигналит, да? Я смотрю, уже... А поздно уже, да? Сигнал девятку, блядь. Смотрю, блядь, у меня 600, блядь, на метре, думаю, ебать, ну как так, блядь. Ну, последний раз, блядь, два дня назад, блядь, полтора рубля оплатил, блядь. 1500, думаю, у меня. 6 рублей за месяц научил. Я посчитал, блядь. У меня за год 30 тысяч. Я потом до этой машины меня никогда штраф не было, вообще легче. Один раз, два года назад, блядь, за развороты на Хонде, блядь. Рай невозможно, блядь. Блядь, я хочу за него поставить. Сюда можно поставить крысу. Вы составляешь на отметку, допустим. Понятно, у тебя нет круиза? Если. Блядь, не будет давать разгоняться. Понятно. Да нет, этот круиз, блядь, понимаешь, он в городе вообще ебан. На трассе, да, а в городе ебан. Он называется круиз, а адаптивный, когда стоит. Да, адаптивный. Когда если... Да, сама нормально. Тормозит, сама все видит. Там все равно раз, там что-то резко какой-то маневр, вдруг надо будет что-нибудь сделать, газа, и бам-бам, нахуй. Ну, это как вот, у немцев, ну, у нас там, все такие, если ты резко нажимаешь на газ, все... А, все угрозы, да? Если есть на руках, да. У меня настроение было, у меня вроде что-то. Сейчас, это же, как безопасность считается. Немцы же сейчас не вообще. Че, это круиз-контроль, что ли? Нет, вообще, вот, сейчас немцы, все вот премиум-сегменты, Mercedes, BMW, они очень, блядь, сейчас баблавливают, блядь. Безопасность. Да, очень баблавливают. Дай сразу же, но что ты лежишь-то? Вот уйди. Сейчас налоги такие, что если ты резко убегаешь на дороге, машина сама тормозит. Перед ней препятствие какое-то. Да? Сама тормозит, все, экстрем тормозит. Ладно, что-то уже давно едет, но машины сами проходят. Да, проходят, все. Ну, один рассказывал, говорит, бля, как интересно было. Форд-центр. Покажи, бля, как машина проходит. Ну, может, чек. Сел там, чик на кнопочку, нажал, да. Сам руль крутил, охуел, оп-оп-оп. Еще у фордов хуйня, у немецких, у фордов расстояние парковки. Расстояние получается работы датчиков, она очень большая, длинная. То есть где-то в каком-то узеньком месте она не стоит, да? Сейчас Q7 у нас снова вышел. Сократили уровень парковки на 1,2 метра. Сейчас, чтобы заплатить. 1,2? Пиздец, очень много. И сейчас место для парковки, допустим, да, нужно 3,7, по-моему. Около 4 метров, примерно. Потому что Q7 заплатить. А машина, блядь... Это размер одной полосы, что ли, для парковки получается? Или как? Практически ровненько для машин, да, там полметра, тут полметра, да, да. Остается, как ты будешь там мучиться. Вот, когда ты, блядь, паркуешься вот так, чуть-чуть, куда ты когда-то совсем нет, там реально чудесно. А это хуй форды там, блядь, там. Молодцы, конечно, что ли? Пусть такая. Я на автоматическом уровне машины, броней в ниге, блядь. Ты заезжал, ты не заезжал? Там везде страшно, блядь, я первый раз когда был, ебать, там. Там мир тебя несет. То есть ты же не видишь, получается, ты на него поставляешь, там мир тебя несет. Хорош, блин! Хорош, Гадель! Конвейер тебя несет, что ли. И там, получается, когда щетки уже отработали, полностью машину все помыли, идет сушильное отделение. А сушильное отделение, получается, там как вот. Забор воздуха? Механизм, да, который, блядь, дует, блядь, как давление. Получается,
он начинается именно с капота, вот так вот. Вот. И когда у тебя, и там написано вывеска на этой хуйне, не тормози себя. Это машина двигается, а это вот так поднимает себя. Я там прям возил мало стекла, блядь, и, блядь, чуть-чуть, блядь, боюсь, что, блядь, думал, сейчас уебёт, да, крыса. Я первый раз поехал, я там реально, что меня обалдел, блядь, мне всё хотелось на так нажать, я напомню. Ты быстро мой, да? Ну, это вообще идеально, блядь, быстро, все. Сколько стоит? Ну, 370 рублей минимум. А, вот. Кузов, да, чист? Да. И, извини, за 150 точно. Около себя. Ну что, присираешь сюда? А? Присираешь? Все слышно? Все слышно? А куда вообще не присираешь? Не знаю. Нет, ну когда как? Надо вот в последний раз помнить, что 350. 350? Спустя сюда, нет? Совсем вообще. Прямо около друг друга. Вообще хорошо. Я заезжаю на 370 рублей, блядь, если помыться. Там сейчас сам присираешь, что? А, сам присираешь? Что? За эти деньги? Да. Ага. Если не плохо, мы поедем долго. Нет, а что там так? Играло, да? Артём, да? Yeah. Мне кажется, там уже успокоиться не будет. У него так жёлто есть. Нет, а что, он же не видел, он как бы вратаря, он задом лежал. Вы можете сказать, ногу хотел это, а он так сразу. А то он сейчас поворочку может быть, там сейчас точку двинуться, с которой не едет. Эх, опять Кирилл. Скорее всего, 20 минут сыграют. Скорее всего, 20 минут сыграют. Нет, я сколько времени спрашиваю? Ну, я понял, я имею в виду этот. Вообще говорю. Сколько ты играешь, 20 минут? В прошлый раз-то вообще 20 минут сыграли во втором тайме. А, Колян, ты это? Больше не учишься. Хорош, хорош. Не-не-не, Олег! Ну была чуть-чуть же голова там торчала. Вот там каменькая вся. Че, да, надо? Держи. Ладно, давай увидимся там в нему. Чего ты делаешь? Никита! Иди сюда! Стой, стой, стой! Ha, ha, ha.
Что, останавливать? Да, останавливать. Бей! Гол! А 22-й чей? 22-го возьмите на всякий случай. А, все, норм. Thank you.
Кирилл! А? Нельзя? Ну ладно. А, там что, Блад? Там мест, что ли, не хватает? Там места нет, что ли, для заявки? А? Все ясно. А? Блад! Тёмыч! Тёма! Давай ещё забивай!
Да по флангу, по флангу! Давай, давай, Тёма! Давай, бабай, завершай! Бей! Бей! Гол! Хорош, Тёма!